В любой области, которую вы хотите изменить в своей жизни, есть один факт, который вы должны знать. Вы никогда не сделаете это, если постоянно придумываете оправдание своему бездействию. Вы придумали эти замечательные причины, почему вы не можете встать пораньше. У вас есть эти великие причины, почему вы делаете все наполовину. Почему вы не выполняете? Почему вы не заканчиваете? Почему вы говорите, что будете тренироваться, и вы делаете это около 10 дней, а потом бросаете? У вас есть оправдание, почему вы имеете посредственные результаты. Подумайте о вещах, которые вы говорите себе. О лжи, которую вы используете, чтобы укрепить выбор легкого пути. У тебя нет времени, у тебя нет поддержки, ты не знаешь лучшего способа, ты слишком занят, ты слишком устал или слишком болен. Ложь, ложь, ложь. И этот список можно продолжать и продолжать. И это не прекратится, если вы не заставите его остановиться. Признайте, что оправдания не имеют силы. Они придуманы, они сфабрикованы, они ложь. И как вы остановите ложь? Вы останавливаете ложь правдой. И правда в том, что у вас есть время, у вас есть навыки, у вас есть знания, сила воли и дисциплина, чтобы сделать это. Изгоните ложь, сожгите ее дотла. Так легко все откладывать, так легко сказать, что ты сделаешь это завтра. Я хочу, чтобы вы перепрограммировали свой мозг и сказали себе, что завтрашний день не является жизнеспособным вариантом. Завтра не получится. Ты сделаешь это сегодня. Ты сделаешь это сегодня. Вот что ты делаешь. Я призываю вас стать людьми, которые делают, а не людьми, которые болтают о том, что сделают. Я призываю вас не быть человеком, который только говорит об успехе, без какого-либо улучшения в своей жизни. Успех – это делать, а не говорить. И независимо от того, сколько позитивного дерьма вы пытаетесь выпустить, независимо от того, сколько успешных постов вы публикуете в социальных сетях, это не будет вашим, если вы не научитесь быть активным. У величия есть своя цена, и вам придется заплатить эту цену. Если вы хотите что-то получить, вам придется работать за каждую вещь, которую вы получаете. И вы должны работать каждый божий день ради этого. Успешные люди, пока вы хнычете, ноете и плачете о том, как все тяжело и почему все несправедливо, угадайте, что они делают. Они делают эту гребаную работу. Ты не можешь щелкнуть своими пальцами и стать кем-то другим. Вы должны посвятить себя тому, чтобы стать лучше. Вы должны посвятить себя тому, чтобы быть человеком действия. Вы должны взять на себя обязательство быть кем-то, кто не просто говорит, но следует до конца. Разве тебя не тошнит от того, что ты не достигаешь своих целей? Разве тебе не надоело получать одни и те же результаты каждый год? Если вы говорите себе, что собираетесь что-то сделать, вам нужно это сделать. Если вы говорите себе, что собираетесь стать кем-то, вам нужно, черт возьми, быть этим. Будь примером для себя. Будь примером для своей семьи. Будь примером для своих друзей. Примером того, кто делает, а не просто сотрясает воздух болтовней.